Как хорошо, поспал, поел и снова поспал. Мы выспались и решили погулять. Латышка дурачится. Аслан с тетей и с дядей гуляет, мы тоже решили. Такое у нее песня, вот такое сегодня песенное настроение. Целый день песенки поет. Ну все, пойдем. Ой, что? Что, еще забыла спеть что-то? Ну хватит, пойдем. Здесь вещички, здесь красные мои, которые я в ательене чуть-чуть подкорректирую. А что ты кричишь, Ева? Я говорю. Не получается? Помогите. Вижу грязь внутри. Помогите. Это переезжает вот так вот машина. Вот такая машина приезжает в Турцию. Видите, к окну, и с окна все вывозят. Кто плачет? Йо-йо. Почему? Как ты думаешь, почему плачет? Ее кто-то обидел? Да? М? Или она капризничает, как Зайрашка? Любит капризничать? А? Ручку дам, конечно. Во веки веков хотелось детям сесть в автобус. Приехал наш автобус, и мы только к нему подойти, а он... Мы с Зайрашкой остались у дороги. Да, Зайра? Да. Поэтому проверенным старым дедовским способом на такси. На такси, как говорится. Такси от нас никуда не сбежит. Поедем на площадь. Вот этот наконок. Хочу, чтобы она за голубями побегала. Аслан спит сейчас у тети. Наигрался, говорит, набегался. У дяди Мурат на работе был. Там очень интересное место как раз для Асланчика. Там чего только нету для него, именно для мальчиков. Вот, поэтому там он наигрался, и сейчас тетя спит. А мы погулять. Я голодная, Зайра не хочет кушать. Зайрашка, может, пойдем покушаем его? Да. Что покушаешь? Только чест. Что покушаешь? Ну что, пойдем? А? А ее уговорить, что кушает? Проблема. Она говорит, да, покушаю, но нифига потом не кушает. Сели в такси на нашей остановке. В каждом такси сейчас, вот во время пандемии, есть вот эта колония. Это Мирова. Кемералты. Конок. Сад кулисы Олдмирора? Ора. Вот. Это лимонная колония, типа одеколон. На ручки брызгать. Зайрашка, давай еще побрызгаем тебя. Мы уже побрызгались, но как бы показать хочу. Давай, держи ручки. Опа. Она неплохо так лимончиком пахнет. Вот. Уехал от нас так, автобус, да, Зайра? Да. А что он от нас уехал, как ты думаешь? Может, мы с тобой как черепашки шли? Медленно? Медленно. Уехал. Зайрашка так смеялась в этот момент. Да, мамусь? Ты куда едешь сейчас? Кушать. Сейчас люди точно подумают. Дочь все время о еде говорит, а ее не кормят. Хорошо, сейчас поедем сперва покушаем, да-да? Потом поедешь голубей покормишь, хорошо? Да. Да. Кисик. Не кисик.
птичек, голубей. Летать будет. Чик-чик, вот так летать будет. Ты будешь их кормить, да? Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик делает. Да? Нет, голуби чик-чирик не делают. Голуби как делают? Вот так как-то делают. Они кушают. Траву? Да. Нет, это, мне кажется, голуби траву не кушают. Это немножко другие птички. Голуби пшено любят. Мы там купим пшено, и ты будешь кормить, хорошо? Да. Но сперва покушаешь. Я буду снимать, фото буду делать, как ты будешь кушать. Хорошо? Да. Посмотрим, как ты покушаешь. Аж самой смешно, да? Да, где? Верашка, а где Асланчик? Нет, отцой. А где он? Тёте. Он у тёти. А почему он у тёти? Он у тёти, а тёти. Остался у тёти? Нет. Гулять идём. Мы идём. Птички кормить. Да, мы идём птичек кормить. Ты соскучилась по Аслану? Да. Забрать его домой? Да. Забрать? Да, нет. Не забирать? Оставить его у тёти? Хорошо, пока оставим. А то вы все время ругаетесь. Игрушки не можете поделить. А сейчас не с кем делить, да, Жен? Нам сегодня очень везет. Ехали такси, у него шина лопнула. Или что там, колесо, как это называется. Сейчас стоим, он вызвал другую машину. Что ты сегодня? Такое ощущение, что нам в ту сторону ехать не надо. Ты что, спать собралась? Ты давай не спи. Ты спала с мамой вместе. Долго спала. У дяди колесо лопнуло, ты знаешь? Мы, говорит, такие тяжелые сели в машину, и у него колесо лопнуло, шина лопнула. Да. Пустых такси не было. Мы вышли, идем пешочком по району. На этом хорошо, мы недалеко от дома успели отъехать. Идем пешочком и по дороге смотрим, ни одного пустого такси. Знаете почему? Потому что сегодня выходной, поэтому. Поела, пиде поела, она ее пицца называет. Не снимала, потому что я ее кормила и сама покушала. Вот, сейчас приехали, ну, как и собиралась, в центр. Ага, ты что смотришь? Ты за всеми должна наблюдать. Это камень большой. Ты хочешь его унести? Да. Ну, попробуй. Кактусы везде. Кактусы. Там можно сидеть. А ну-ка садись там, я тебя сфотографирую. Хочешь? Тебя сфотографировать-то? Ой, какая ты деловая. Вот так я тебя сфотографирую. Она у меня ходит, под каждым кустом позирует. Деловая какая, на каждую скамейку садится, фоткайте меня. Ну давай. Видите, какие позы она. Ты моя кусная. Ты мое сокровище. Какая ты у меня красивая. Все, пойдем дальше. Видали? Когда у нее желание есть.
Давай, вон там тоже. А, нет, там не надо, там не надо, там не надо. Смотри, здесь гвоздики. Там не надо. Гвоздики в попочку попадут? Здесь можно. Так, мы пойдем голубей кормить, да, же? Да. Дай ручку. Голуби, вы где? Где? Везде. Куда вы спрятались? Мы тебе найдем. Конечно, найдем. Где? Выскажи от нас, не спрячетесь. Вчера был день Республики Турции, день образования Республики Турции. Я даже забыла, что было 29 октября. Еще говорит, что-то там дети в садике какой-то праздник празднуют. Какой-то праздник. День образования Республики был. Ага. Что случилось? Ой, ну это еще вот этого. Но, нехороший камень. Ой, а? Куда ты хотела пойти? Аббас темнее. Ты по травке хотела побегать? Только ручками не трогай, знаешь почему? Потому что здесь всякие эти собаки какают. Смотри, я тебе покажу. Смотри, кокульки. Смотри, везде кокульки. Лучше не трогать. Хорошо, мамина? Наступать можно аккуратно, но трогать не надо. Пойдем голубей кормить. Все должна исследовать. Пойдешь голубей кормить? А? Теперь я поняла, почему мы не должны были на эту площадь попасть, почему то автобус мимо уехал, то такси сломалось по дороге, то еще что-то. Потому что здесь голубей нет, здесь сегодня пожарная выставка, что ли. Что-то такое. Голубей, естественно, нет, потому что вот народу дофига. Ой, голуби вон там вот сидят. Сюда они не приближаются, потому что народу много. Да, сегодня, видимо, день пожарников сегодня. Здесь уже прохладно. Зейра уже начинает капризничать. Она уже устала, да, Зейра? Сегодня моим деткам 3 года и 3 месяца. И еще сегодня... Ровно год назад в Измире 30 октября было землетрясение, сильнейшее землетрясение. Сейчас я вспомнила про это. Стало жутко. Я до сих пор не забыла эти ощущения. Часто вспоминаю, часто думаю о землетрясении до того дня. Как бы, ну, я знала, что в Измире бывает землетрясение и так далее. Трясет нас периодически. Но до того дня я об этом сильно не задумывалась. Вот. Кстати, вон Зайрашка. Она сама подходит к людям, которые ей интересны, смотрит и так далее, разговаривает. Это по поводу того, что детям нужна социализация. Я считаю, что социализация детей вот происходит именно вот таким образом. Садик тоже, конечно, нужен, но это не социализация, это немножко другое. Там дети учатся играть друг с другом. А с внешним миром как раз-таки учатся вот на улице, на детской площадке, где люди разного возраста и так далее. Что такое? Что такое? Что? Теперь она пойдет еще кому-нибудь, наверное. Ай, осторожно! Моя принцесса. Вот, смотри, еще девочка пришла.
ты там спрашивала у тети с дядей? Что ты у них спрашивала? Там Ляля была, да? Хочешь Лялю? Ты будешь маме помогать, если будет Ляля? Да. Кормить будешь Лялю? Да. А если Ляля будет все время плакать? М? Ты что будешь делать? Играть. Играть будешь с ней? Хорошо. Цветочек, где гаражки? Моя принцесса. Мои дети всегда цветы приносят мне. Эй! Пошла. Чужую игрушку взяла себе. Деловая. Я же говорю, она то, что хочет, все делает. Аслан стеснительный. О, она под Люськи своей перенесла ее игрушку. Молодец. А Филинсон? Да, это ей. Конечно, если ты... Да, у тебя чего только нету дома. У тебя чего только нету. Не набегалась еще? Бегать, говорит, хочу. Мне кажется, достаточно уже, нет? Все, едем домой. Сегодня должен папа приехать. 2 недели не видели дети папу. 2 недели, 12 дней. Ага, 5, 25. 7. Ага. Мама и папа не мусор. Мусор. Мы идем поужинать всей семьей. Папа приехал. Папа приехал, привез Аслана. Привел, точнее, там недалеко же. Мы идем поужинать. Вон тебе папа. Ой, Алла, сын, папа. Каран, следующий раз, да. Да? Дай ручку, если хочешь. Дай маме. Не холодно, но я боюсь, не знаю, как их одевать. Мама, темно. Темно. Темно, да. Где, интересно, папа машина? Арабан, наверное, да? Акан! Такси легче. Такси легче? А, Чиджексон из Табики. Папа, папе, скажи, что ты хочешь. Арабан, листируй. Алло, листируй. На папе машине. Вот я такси обидел. Сарарова обидел. Поехали на такси. Сарарова обидел. Ярым меня. Ну, конечно, мужчины хотят чуть-чуть выпить и потом же за руль не сядешь. Вот так. Как, оказывается, я соскучилась по своему сыну. Захотела сидеть вот в этом детском стульчике, представляете? Здесь есть, здесь есть побольше детские стулья, не захотела. Все заняты. Чай это, да? Чай, мышку. Алдам, сколько ей дали? Видно? Эвет, бег.
Моему сыну подружки пришли с соседнего стола. Опа! Паша! Мы поужинали, я ничего не снимала, я только вот блюда снимала, которые пришли, и все. Сейчас хочу вам заснять рыба и блюдо и мезе, которое здесь было. Мезе — это, типа салатов, которые рядом подают. Вот это все мезе. Выбираешь, что тебе нравится. Сейчас, солнышко, сейчас иду. Выбираешь, что тебе нравится, и тебе приносят точно такое же. Фрукты. А, десерты. Ну, ничего, это таукар, да? Это десерт из куриной грудки. Честно сказать, я его как-то пробовала, мне не зашло. Инжировый десерт. Я инжир не люблю. Я буду пробовать. Я буду из айвы. Это бывает только зимой. Ну, ближе к зиме. И это тыква. Тоже должно быть вкусно. Фрукты на выбор, тут мясо. Но в основном в этом ресторане едят рыбу. Это тоже смотрите. Хамси. Маленькие-маленькие рыбки. Оливки, рыбки. Миди. Ну, короче, все, что хочешь здесь есть. Кардеш. И основная рыба здесь. Выбираешь, какая тебе нравится. Там рыба. О, пуда я. Аман, асланы göstermemeli. Аслан ne zaman gördü? Zehra gördü, aslan görmedi. Видите, какая огромная. А это ми. Bunlar mı? Kalamar. Kalamar tamam, bunlar hiç güzel değil. Вот. Самые лучшие, говорят, они вот это вот мелкая красная рыба. Ну да, она неплохая, кстати. Сады только в Измире, говорит, она такая вкусная будет. Короче, я буду айву. Бен айва алдам. Айва. Бен айва сюрм син. Кавак ал. Ким избиратор ирчис. Ты что кушаешь? Что это? Гранат, правильно. Это гранат. Зернышки граната. Посмотрите на нее. Типа плачет она делает. Посмотрите на нее. Она вам подпленусь.